Продолжаем движение. 89-я серия. Участок Мурманск-Магадан. Расстояние в этой серии 71 километр. В самом начале трек 9-го. Серия. Участок Мурманск-Магадан. В основном поля. Девятая местность. В основном поля. Большие прелестки. Путь в этой серии 71,5 километров. Самое примечательное место здесь – это поселок Бердюжье, печально известный своей дорогой, бывшей своей дорогой. Но сейчас ситуация изменилась, и дорога в очень хорошем состоянии. Доказательства скептикам. Сколько проехали от Москвы до Мурманска и от уже Омская область, вот и Тюменская область. Можете оценить состояние дороги. У нас любят скептики говорить, что у нас нет дорог, есть только обработки. Спорить, конечно, с ними не буду. В сельской местности требуется, категорически требуется автомобильная дорожная сеть. Для туризма, для путешествий дорога вполне приличная. Да не приличная, а хорошая и отличная. Сегодня 10-й день. Нет,
Девятый. Когда сам веди отсчет расстояния, сам потом установишь необходимые границы. Ну вот и Шим показался на горизонте. За фурой не видно. Какой шил? Бердюжье, ё-моё! Уже мозги это. Плохо соображает.
молодежи, я полагаю. Ну надо же. Вот это да. Бердюжья. Все, устаканилось в голове. Плохо соображать стал. Шутка ли? 70-й год. От рождения. Сейчас все, подавляющее большинство дальнобойщиков идут в объезд. Казахской границы, двигаясь на восток, через Бердюжье, Тюмень. Раньше многие были вынуждены, зная состояние дорожного полотна в Бердюжье, ехать через Казахстан, проклиная все на свете, матеря матом все. Ограничение 70. Пост ГАИ у них, по всей вероятности, камера наблюдения какие-то. Я не включаю радар-детектор, чтобы на нервы не действовал. Сейчас будет полтора километра круговое движение и мы направо. Через полтора километра круговое движение. Первый съезд. И мы направо уходим к знаменитому, печально памятному для меня решению. Кстати, город пострадал от наводнения в прошлом или позапрошлом году. Через 500 метров круговое движение. Первый съезд. Имейте в виду, летом с семьей, если остановитесь здесь, от возле этих кафе, то вас едят кровососы. Имею в виду. Круговое движение. Первый съезд. Так, да еще могу. Ё-моё, куда же я поехал? Прямо 85 километров.
не там я повернул, надо было за фурой идти, а я... Ё-моё. Тут отбойник поставили, разделительный отбойник, я... Раньше его не было, не видел. Ну вот возле этих кафе, значит, остановитесь, вас съедят вот эти кровососы. Впереди дорожные работы. Насекомые, оводы и прочее. Вот она бердюшка. Та знаменитая бердюшка, о которой ходили легенды. Максимальная скорость здесь, которую можно было развить, не убив машину, это 5, максимум 10 километров в час. Вот что с ней сделали. Продолжает этот ремонтировать все это. Молодцы. Просто радуешься этому. Но дорога требует постоянного внимания и ремонта, потому что интенсивность здесь движения просто невероятная. Огромное количество большегрузов идут по ней. Можно идти через Тюмень. Сейчас по бердюшке. Это самый смешной анекдот в тех времен.
до Абатского и далее тоже «Мама, не горюй» дорога была. Вот, проезжал на ней куда? Ну, 3, наверное, там назад. Там вроде бы работы какие-то велись, но до ума дело еще не было доведено. Вот она, Абатка, душа поет. Сколько лет дальнобойщики мучились? Просто многие были вынуждены ехать через Казахстан. Вот упал до 6,1 литра, пройдено 101 километр. Время пути чуть больше часа. Знаменитая пердюшка, кто бы мог подумать, года 3-4 тому назад, что можно будет по ней ехать с такой скоростью. Дальнобойщика сегодня. Ребят, сегодня поздравить. Впереди дорожные работы. Ну и куда мы лезем? Моя полезнее.
делаешь доброе дело пропустить одного, так он справа, блин, как слов нет. Ладно. Ладно, остановимся. День дальнобойщика, кто сказал? Какой праздник есть. Так, проверим состояние здоровья. 89 ударов, 95-96 единиц кислорода в крови, 87-94. Нормально. Жить буду, смеяться перестану. Говорят.
заднюю камеру забыл подключить. Ветер боковой. Ну, березки уже некоторые полностью желтые. Какое число сегодня? 28-е. Суббота, оказывается. Озера справа и слева. Но рыбалка платная.
заканчивалась грустноизвестная вербежка. Назначили себе
артиста на самом деле выдумали, блин. Первый раз слышу. Сейчас ощущаю, что плетусь еле-еле, хотя скорость на спидометре 90. Это или связано с тем, что большие просторы, участки дороги, привыкли ездить в пробках в стоп-старт режиме. Ограничено тут 90 км в час. Но спидометр показывает 90. Видеорегистратор 86. Навигатор 86. Оснащение автомобиля, кроме видеорегистраторов и навигационной системы Яндекс Навигатор, в салоне еще радиостанция Вектор. В резерве Алан 42. Но я взял их просто, чтобы проверить, в работоспособном состоянии или нет. Потому что длительное время не использовались. Оказалось в рабочем
радар-детектор с компасом, который показывает направление излучения в спину или в лицо. Всех радаров детектора обзор 360 градусов, по-моему, у всех, по крайней мере те, о которых я читал, угол восприятия излучения 360 градусов. Так, основной видеорегистратор у меня TrendVision 718 с GPS-антенной выносной ловит спутники в течение нескольких секунд. Максимально, что приходилось ожидать, когда поймаются все спутники, это 10 секунд. А так практически моментально. Включил видеорегистратор, питание видеорегистратора через выносную антенну GPS. Только включился видеорегистратор на запись, и тут же появляется индикация, сколько спутников на приеме, на связи. Много настроек у видеорегистратора, но я взял установил такие настройки, которые наиболее подходят вот для меня, чтобы снять хорошее видео с хорошим качеством, максимальную информацию. Есть поляризационный фильтр, который позволяет максимально очиститься от света, то есть от бликов, от разных зайчиков, так называемых, Шемский район. Машина хорошая, чего плохого сказать не могу. Конечно, он не полностью удовлетворяет моим запросам, но таких видеорегистраторов еще нет. Кроме этого, в резерве DataCam 6 Max. Я его проверил на участке от Мурманска до Медвежьегорска. Там вылезли глюки, что ли. Во время съемки он вдруг выбрасывал окно настроек, вдруг включал режим парковки, просто отключался. Может быть, запись и велась, пока не знаю, покажет вскрытие. Там тоже
есть фильтр поляризационный, он позволяет раскраиваться от ненужного, от ненужных бликов и так далее, и так далее. Хорошая вещь. Две карты на 128 гигабайт. Ну и все вроде бы. Выносной антенны нет, но спутниковый отвратительно. Вот, например, из Мурманска ехал до Медвежьегорска, наверное, процентов 30 пути. Он так не смог установить связь со спутниками. Потом DataCam 6 Max очень чувствителен к температуре. Были случаи, когда солнце в лицо, регистратор нагревался и от солнца, плюс ко всему была поставлена в настройках качество 40 мегабит в секунду. Это очень высокое качество. Качество неплохой бытовой видеокамеры. Вот. И еще от этого он сильно грелся. В результате он вышел в аварию, отключился, заставил меня включить другой резервный видеорегистратор на Кеноре, который я тоже взял с собой, потому что там сейчас проблемы у него. Или внутренний аккумулятор накрылся, потому что включаешь его в сеть, и он никак не может запуститься. Не гнет, и тут же опять начинает загружаться. Не гнет запись, то, что идет запись, и опять уходит через загрузку. Ну, заеду. Будет возможность по дороге в мастерскую, чтобы ребята посмотрели и вынесли вердикт. Если восстановить его работоспособность не получится, ну, значит. Так вот. Астер. Какое-то время спустя DataCam опять восстановил свою работоспособность. Температура у него нормальной работы до 60 градусов. А он, наверное, ушел в аварию около 70, может быть, 80 градусов. Цвет видеорегистратора черный. И поэтому нагрев идет от солнца еще гораздо интенсивнее, гораздо сильнее. Вот, кроме того, значит, что у меня еще есть. Электропипетильники. Здорово выручает, потому что я стал остерегаться принимать пищу в дорожных кафе. Ничего не хочу сказать, не буду заниматься антирекламой, хорошее ли нет там качества, но у меня были серьезные проблемы со здоровьем. Я считаю, что это дорожных кафе. Ну и потом нужно выбирать
принимать пищу. Это основной индикатор, основная примета, по которой следует принимать решение, это кучкование дальнобойщиков. Они постоянно вот, курсируют на этих маршрутах и знают, какие кафе стоят внимания или нет. Если видите, там большая куча фур стоит, ну, можете безболезненно, безболезненно останавливаться там. И на привал, на ночевку. Не стоит останавливаться, где попало. Вы видели, что фуры припаркованные стоят там, целая толпа, целая куча. Подъезжайте, охранник всегда вам найдет место, где встать.